Когда выйдет второй сезон Дома дракона? Съемки стартуют не раньше начала 2023 года. Об этом написали журналисты из испанской газеты Now. По их информации, съемочная команда Дома дракона вернется в город Касерес только весной следующего года. Именно там расположены декорации Королевской гавани, основной локацией в сериале. Не исключено, что до весны создатели сериала начнут снимать эпизоды в других локациях. Второй сезон вообще не стоит ждать раньше 2024 года приблизительно. Согласно данным The Hollywood Reporter, съемки первого сезона шли 10 месяцев. Еще 9 месяцев занял постпродакшн, монтаж, запись саундтрека, сведение звука, спецэффекты. И если съемки начнутся, то только в следующем году. Второй сезон едва ли выйдет до 2024 года. У Дома дракона теперь только один шоураннер. Съемки первого сезона курировали два человека. Режиссер Мигель Сапочник и сценарист Райан Кондал. Но Сапочник не примет участие в производстве продолжения. Дело в усталости режиссера. Он активно развивал экранную вселенную «Игры престолов» на протяжении многих лет. Сапочник останется исполнительным продюсером «Дома дракона». Вместо него основным режиссером станет Алан Тейлор, один из главных постановщиков первых сезонов «Игры престолов». Райан Кондал выступил единственным шоураннером «Дома дракона». Он пишет сценарий в тесном сотрудничестве с Джорджем Мартином, автором оригинальных романов. Что известно о продолжении «Дома дракона»? Второй сезон сосредоточится на «Танце драконов», так называют гражданскую войну между сторонниками Алисенты Хайтауэр и Рейнира Таргари. Джордж Мартин подтвердил, что в сериале больше не будет заметных скачков во времени, как это было в первом сезоне. Сценаристы уделят времени больше войне и отношениям персонажей. Актерский состав второго сезона еще не объявлен, но известно, что продолжение покажут Винтерфелл, родовой замок Старков. Значительную роль в сюжете будет играть Криган Старк, дальний предок Неда Старка. История Дома дракона продлится как минимум 4 сезона. 4. Джордж Мартин заявил, что именно столько экранного времени потребуется, чтобы показать все важные события «Танца драконов». В каждом сезоне будет по 10 эпизодов, как и в первом. В следующих сезонах появится еще больше драконов. Шоураннер Райан Кондал утверждает, что HBO уже выделили необходимые средства на компьютерную графику. Также Райан Кондал хочет сделать из Дома дракона антологию о Таргариенах. Сериал, возможно, не закончится на «Танце драконов». В интервью Collider Кондал упомянул, что хотел бы показать в сериале также и разные эпохи Дома Таргариенов. Среди них нападение Эйгона Завоевателя на Вестерос и падение Старой Валирии. Планы Кондала подтвердил и Мигель Сапочник. В интервью он упомянул, что сценаристы могут рассказать и о далеком прошлом Таргариенов, и о событиях после «Танца драконов». Пока что это все новости, которые мне удалось накопать, что известно свежего. Вот. Ожидаем, конечно, продолжения «Дома драконов». В основном первый сезон был очень крутым. Будем ждать, надеяться и верить. Будем ждать тизеры, трейлеры. И буду смотреть, читать новости. В основном все публикуется на зарубежных источниках. Читаем, смотрим, переводим. Вот, спасибо большое всем за просмотр. Всем пока.